День рождения – праздник особенный. Ну а если это день рождения города и района, то и проходит он с особым размахом. На протяжении трех дней с 22 по 24 сентября с самого утра и до позднего вечера в День города и района славянцев ждет интересная развлекательная программа. В этом году День города и района превратится в три ярких праздничных дня для семейного отдыха на любой вкус. С 22 по 24 сентября с 10 часов в парке имени Григория Пономаренко будет работать декоративно-прикладная выставка «Город мастеров». В это же время в Северном парке развернется этнографическая выставка «Курени Славянского района». 22 сентября в 18 часов от кинотеатра «Кубань» стартует мотопробег байкеров до Театральной площади. Там состоится выступление рок-группы «Стэк». 23 сентября в 9 часов на территории Центра спортивной подготовки «Олимпиец» пройдет закладка аллеи поселений Славянского района в честь 80-летия Краснодарского края. С 10 часов на Театральной площади вас ждет молодежный квест «Улочки родного города», гастрономическая выставка-презентация ресторанов и кафе Славянского района, выступление духовых оркестров и праздничное угощение жителей и гостей города – горячим пловом. В 12 часов в городском доме культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Славянского района и города Славянска на Кубани. В 14:30 стартует велопробег от улицы Красной до Театральной площади «Ледин на велосипеде». В 15:30 на главной площади города начнется флешмоб «Парад близнецов». Продолжится праздничная программа вечером. В 19 часов на Театральной площади состоится концерт Государственного кубанского казачьего хора, а с 20 часов – молодежная дискотека с участием групп из города Краснодара и Ростова-на-Дону. 24 сентября в Северном парке в 9 часов стартует районный фестиваль казачьих семей «Во славу Кубани, во благо России». В это время на Театральной площади с 10 до 13 часов дня пройдет презентация спортивных школ и учреждений дополнительного образования, концерт детских творческих коллективов, работа интерактивных площадок. В 20 часов начнется выступление Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». Подарком для славянцев станет концерт народного артиста Льва Лещенко в 21 час. Завершится программа мероприятий праздничным фейерверком в 22 часа. Приглашаем и вас принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и района. Приходите с семьями, приходите большими компаниями, парами и в одиночку, чтобы провести три незабываемых дня в теплой праздничной атмосфере.